до ситуации, когда утро и стоят только какие-то левые, которые, ну, могут быть там оборотнями и так далее. Но на управке внизу. Ну, как к управе приехать. Да-да-да, такие прям, знаешь, палеванные прям. Чисто. И вот он говорит: Саня, снимай. На всякий случай. Прики такой, типа, на остановке. Да, типа такой, знаешь, ну сделай вид, что ты, типа, снимаешь. Это Максон сказал? Да-да-да. А вдруг, типа, ну, докопаются до чего-то. Я просто понимаю. Такую камеру, типа, держу, такой, знаешь, беспалевный. А ты даже такой здоровый, такой. Он что-то заглянул, такой. Даже не, дых, было, не дыхните ничего, сразу. Он просто так и документы показал, он такой, езжайте, и все. Это было ему сразу, причина остановки, вообще не фамилия. Дорожный патруль. Какой, блядь. Причина остановки. Куда дальше-то? Ну дальше. Там вон, блядь, люди с какой-то залупы катаются, нам точно никуда. Там что, не горка, а отстой? Там... Кольца? Конечно. Вот и я. Блин, столько кофе выпил сегодня, ты б знал. Астронавт заряжен. Говорю, астронавт заряжен. Все, что ли? Я, по-моему, все взял, что хотел. Конечно, свои. Кто же еще, блин? Смотри, кутята. Ой, подрастающее поколение. Обожаю брошенные заводы. Я люблю. Люблю арматуры, торчащие из снега. А потом и жопы, да. Если квадроцикл закончил здесь движение, я думаю, это знак. Ух ты! Смотри, отсюда и виды. Отсюда и виды. Хотя бы. Открытые. Не, мне нормально будет. Ты думай сам. Что-то ты быстро сдался. А? Ты можешь найти короткий путь, и я по твоим следам пойду. Я промок, блядь. Быстро, очень быстро. Ну иди, вроде по левой части нормально будет. Да, погнали. Пойдем дальше. Уже почти дошли. Ты хочешь найти жителей местных? Фу. Че, высоко? Ой, слушай, вообще высоко. Подержу-ка я. Бетон. А? Подержу-ка я бетон. Фу. О, наши любимые арматуры. Ой, жесть. Ой, слушай, под нами крыша даже. Так высоко. А давай ты, типа, мудам в толчке сидишь, а тебя сфоткать. Ты такой, типа, не снимаете. Вот это было прикольно. Солнце! Так, где наши следы, там проверено. Такие... Ох уж этот мир после ядерной войны. We'll be right back.
Хотелось немножко снимать, наверное. А у меня рука просто распала.